А Мичка во время ремонта нашла в полу пистолет с патронами. Неожиданную находку женщина отнесла в полицию. Эксперты установили, огнестрельное оружие «Вальтер Патент», выпускавшийся с 1920 по 1945 годы. Магазины снаряжены 21 боевым патроном. В Сибирь пистолет попал предположительно в качестве боевого трофея времен Великой Отечественной войны. В настоящее время оружие и боеприпасы направлены на баллистическое исследование. Экспертиза покажет, пригоден ли еще «Вальтер» к стрельбе. По ее результатам будет принято решение о выплате Амичке денежного вознаграждения. На территории Омской области проводится в течение длительного времени операция по добровольной сдаче населения на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и взрывчатых веществ. По декабрь месяц фактически на территории Омской области сдано под данную акцию более 120 единиц охотничьего огнестрельного оружия, в том числе с нарезным стволом, более 14 единиц оружия самообороны, газового оружия, 600 единиц боеприпасов, а также 2 гранаты и 4 грамма взрывчатого вещества.